Пошла жара! Закинь на счет еще дрова! Алимбет не парит, а щедрый бонус дарит! Зарегистрируйся, пополни счет и получи 30 тысяч рублей! Алимбет – народный букмекер! Здорово, рыжая борода. Алло, да, Лёх, здорово, спортсмен. Слушай, очень нужна твоя харизма. У нас в пресс-службе опять что-то все очень плохо с креативом, выручай. А насколько плохо? Да вот, изображаю, как разговариваю с тобой по городскому телефону. Да, действительно плохо. Сейчас буду. Алимбет, 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 Алимбет. О, бургерная, можно бургер зайти покушать. Здравствуйте, не могли бы уделить нам минутку? Не, ну ничего страшного. Девушка, может вы хотите уделить нам минутку? Нет. Здравствуйте, я вас так долго ждал. Это как Ромео и Джульетта, да, вот это вот? Ну давай, знаешь как? Ну хорошо, давай тогда год основания города Воронеж. 500, по-моему, 86. Это угадано. 1-0. Как раньше назывался проспект Революции? Все правильно, вот вам подарок от футбольного клуба «Факел». Я футболист. Вратарь, я ловлю иногда мячи. Один вопрос, пожалуйста. Кто написал «Белый бим, черное ухо»? Троепольский, все верно. Что изображено на гербе города Воронеж? С водой? С водой. Просто, что изобрели в городе Воронеж? Какие изобретения? Нет, я не... Самолет 144. А, ничего себе, а я даже не знал. Так, а кто это? Городовой. Меня узнали первый раз в жизни. А ну на тебе шарик за это, блин. Кто твой любимый игрок в «Факеле»? Нравится Акбашев. Акбашев? Мой отец. Не долетает, вот туда, опа, аккуратно, не упади. Ты хочешь шарик? А ты болеешь за футбольный клуб «Факел»? Естественно. Кого-нибудь хотя бы с футбольного клуба «Факел» назови. Ну что ты, ну куда? А может быть кого-нибудь помнишь, знаешь из команды? Ну они хотя бы что-то ловят или нет, как думаете, вратари? Да. Ну честно говоря, правда. Ну хорошо хоть в лицо говорите. Все, давайте, ничего страшного. Мы за «Факел», мы болеем. Наш эксперимент с вопросами подошел к концу. Многие люди меня узнали, многие ответили правильно, за что и получили эти шарики от футбольного клуба «Факел». Всем спасибо, до скорых встреч!